Привет всем! Я решила сделать редизайн одной из моих ОС. И хотела бы спросить, как вам? Ибо я очень сомневаюсь в нем. Просто Октавия – это лиса, а так и не скажешь. Я поискала, как выглядят серые лисы, то есть древесные. И паяла, что Октавия вообще не похожа. Я решила, что с этим нужно что-то делать. И вот. Бросила меня девчонка Лия. Я ебу собак, всегда готов. Сразу трахнуть несколько котов. Да я забил, не говори. Лучше мне собачек подари. Я ебу собак, всегда готов. Сразу трахнуть несколько котов. Да я забил, не говори. Лучше мне собачек подари. Собачку трахнуть утром мало, надо утром, вечером и днем. У меня вчера змея сосала, а сегодня я ебу свежом. Я ебу собак, всегда готов, сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, лучше мне собачку подари. Я ебу собак, всегда готов, сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, лучше мне собачку подари. Мама принесла вчера котенка, на ночь я его к себе забрал. Положил котенка на пеленку. Еще раз хочу спросить, лучше так или нет? Для меня это правда важно. И еще хотела бы спросить, хотите ли вы узнать о моих персонажах больше? Идеи постепенно кончаются.